Александр, меня спрашивают каждый раз, вы подавали заявку на битву экстрасенсов? На каждом эфире спрашивают, нет, друзья мои, ну мне нафиг это не нужно, это только все это за бабло. 3 миллиона стоит вход при подаче заявки. Не знаю, может быть, сейчас уже дороже. Ну нафига мне это надо? Ну, во-первых, я не живу в России. Зачем мне вот тратить? Ну, что она мне даст? Вот эта битва экстрасексов. Что она мне даст? Ну, что я с этого поимею? Ну, безусловно, есть люди, наверное, там, которые там обладают этим каким-то даром. Ну, безусловно, я некоторых из них знаю, и некоторые приходят ко мне на консультации. Но это всего-навсего пиар. Это все только за бабки и больше ничего. Это только пиар. У нас нет, в нашем мире нет ничего честного. Ну, вот таких мероприятий. Все это за бабки. Ну, это реклама. Хочешь, чтобы тебя узнали и тебе там приходили и платили. Я и так не бедствую без общения, без клиентов. Поэтому мне неинтересно вот за бабки туда двигаться. И, ну, честное слово, я никогда не думал об этом. Но вот когда спрашивают, начинаю задумываться и отвечаю вам экспромтом сразу. Правда, мне это неинтересно.